Здравствуйте. Ответ на вопрос моего подписчика по имени Александр. Вопрос следующего содержания. Нужно деформировать модель, состоящую из нескольких сабтулов. Как это лучше сделать, не объединяя сабтулы в один и не нарушая их позиции относительно друг друга? Максимум для этого можно объекты сгруппировать, а в ZBrush есть ли подобная возможность? К сожалению, ну или к счастью, в ZBrush нет такого понимания, как, например, в Максе или в Maya группировка объектов. Во-первых, ZBrush вам все-таки придется их объединять, а во-вторых, можно воспользоваться папками. Если вам, например, просто вы не указали, что вы понимаете под трансформацией, вот под деформацией. Вот вам нужно изменить пропорции модели, там повернуть модель, или вам нужно применить какой-то модификатор. Поэтому вы не уточнили. Поэтому давайте немножко рассмотрим на примере. Вот я подготовил сцену. Она у нас учебная, да, которую мы раньше делали. Давайте зайдем, значит, Tool, Subtool. Видим, что сцена состоит из нескольких Subtool. И предположим, нам нужно согнуть, да, ее, ну, бендом. Либо согнуть только часть элементов бендом. Да. Ну, у нас есть такой инструмент, изгиб по кривой. Я сейчас его покажу. И вот на примере данного резного элемента. И что нам делать? Например, нам нужно применить бенд, изгиб, например, вот к этой и к этой, да, части. И перед этим нам нужно изменить масштаб, например, вот этих вот боковых элементов, сделать их, например, слишком они сильно выступают, нужно их трансформировать. Смотрите, у нас в сабтулах появилась такая возможность, в последних версиях Max это папки. То есть здесь мы можем управлять более гибко нашими сабтулами. Смотрите, нажимаем кнопочку «Создать папку», например, назовем его «Боковые резные элементы». Ну, пускай так вот будет. Вот создалась наша папочка. Давайте-ка перенесем вверх просто мышкой. И добавим, раз у нас боковые резные элементы, добавим вот наших два боковых элемента. Все, теперь у нас в папочке находятся два боковых элемента. Что это нам дает? Это дает то, что мы можем их теперь трансформировать независимо от отдельных, от остальных сабтулов. Например, нам нужно поменять масштаб. То есть сделать их немножко более по высоте Z, ну, менее выступающими. Значит, папочку с нашими элементами, нажимаем шестеренку, нажимаем Transport Set. Видите, у нас подсветилось то, что у нас находится в папке. И, например, берем инструмент Scale, масштаб, и инструментом масштаб можем независимо, видите, независимо от остальных элементов, мы можем поменять высоту наших элементов. Так, и давайте поменяем, чуть сделаем тоньше и переместим чуть ниже. Вот. Но это что мы еще можем делать? Мы можем, естественно, здесь вращать, то есть масштабировать, перемещать. Но, к сожалению, нельзя применять другие модификаторы. Например, изгиб, ну, бенд, там, наносить маски. То есть, ну, программа воспринимает эти объекты как отдельные. То есть есть ограничения. А чтобы нам применить, например, вот сейчас нам нужно, вот мы поменяли размер вот этих элементов, теперь надо нам, например, согнуть нашу деталь модификатором Band. Что мы делаем? Мы добавляем остальные элементы в папочку. Так. Ну, вот я добавил. Вот они у нас добавились. Проверяем. Да, все, никакой подсветки нет. И теперь у нас есть команда. Вот нажимаем на шестереночку. У нас здесь есть вот объединить. Нажимаем. У нас появился, видите, вот новый объект. Выбираем его, остальные скрываются, нажимаем Delete, удалить все, кроме видимого. Все, у нас теперь цельный объект, и мы можем, например, применить к нему, давайте, мой любимый инструмент, изгиб по кривой. То есть взяли, здесь у нас есть такая желтенький маркер, который добавляет точек, мы оставим одну точку, и, пожалуйста, поднимаем и получаем изгиб. То есть трансформацию. Но, опять-таки, это то же самое, что если бы мы сделали, например, здесь вот здесь вот есть снизу команда Merge, объединить, то же самое и здесь. Поэтому все-таки вам придется объединять. Есть такое ограничение. Дальше мы можем найти групп Split. Это тоже, опять-таки, сабтулы. Разобрали. Ну, все, пожалуйста. У нас теперь отдельный объект. То есть, еще раз повторюсь, нет такого понятия, как группы, да, группировка объектов, как это в Максе, Майе. Можно использовать папки, и все равно вам придется как бы
основываться на полигруппах. То, что вот мы сейчас нажали сплит, это произошла разборка объекта, именно основываясь на полигруппах. То есть у нас есть цвет, видите, разные объекты. За счет этого мы разобрали наш объект. Дальше, давайте посмотрим, какие еще есть как бы возможности по объединению без использования, например, папок. Давайте откроем учебную сцену, заранее подготовленную. Так, сейчас, секунду. Какая-то она у нас здесь. Так, дальше. Да, вот это вот. Так, опять-таки удобная команда. Это у нас есть плагины. Вот здесь вот находим плагины. Есть отдельный плагин Subtool Master. Вот он здесь. Давайте для удобства поместим в левый трей наше меню. Так, здесь у нас Brush закрываем. Так, плагины. Давайте перебросим. Вот. И у нас тут есть команда Merge. То есть тоже нажимаем. Здесь разные режимы, но мы сейчас про них не будем. Оставляем по умолчанию. Нажимаем ОК. Он все саптулы сейчас объединит. И все одиночные саптулы удалит. Это все делается автоматически. Вот оно произошло, видите. И опять-таки можем трансформировать. Как нам нужно. Потом заходим в сплит, групп сплит. Разбираем. Вот, пожалуйста. Ну и еще одна из команд. Это у нас, опять-таки, в саптулах она находится. Вот у нас тут merge. То есть можно объединять объекты, основываясь на их положении, да, в списке саптул, основываясь на их видимости и так далее. Но здесь у нас создается, именно при нажатии кнопки, у нас отдельно, вот здесь вот, в тулах, отдельно создается тул, вот он, объединенный. Да, и уже опять-таки его можно потом разобрать. Применить модификатор и через сплит опять его разобрать. То есть таким только образом. Именно такого понимания, как группы, в ZBrush нет. Ну, такого инструмента.